Так, вешали на канат, вешали на цепь. Теперь решили попробовать на бронзбойт. Чего? Малыши? Вы хоть поняли, что вам повесили? Стесняются. Не, мы начали вешать, Маша подходит к своему и показывает. Интереснее. А, тут просто лежат. И что-то, говорит, положили. Что, говорит, лысые покрышки тут припёр. Издалека заходят. Ну, правильно. Порвем, говорит, не порвем. Порвем, обязательно порвем. Первым делом, конечно. Отдай, говорит. Изучают, говорит, наверху, говорит, никак. Говорит, надо же оторвать. А не рвется. Скажи, не сразу. Дети пришел такой, гладится пришел, малыш. Он говорит, дергает, а ему, говорит, неинтересно. Хвост. Порвешь опять, не будем вешать. Вы же будете. Вы же, говорит, где еще затянете? Вы, говорит, не сделаете еще. И, говорит, не достать до верха. Не достать, я говорю, не достать. Да мальчик такой идет сюда. Привет. Ты привет. Привет. Ты мой хороший. Так, говорит, моя очередь. Теперь моя очередь рвать. Моя очередь. Насколько им этого хватит? Ну, ты посмотрим. Ой, толстый. Надо малышам это повесить. Вот малышам это надо. Ну, смотри, вроде крепкая. Ну, двоих держит. Делаем ставки, господа. Каждому, говорит, по веревке, нас, говорит, двое. Ты, говорит, там грызи, я здесь буду. Ой. Миски, которые я прикрутил, тоже же выдерживают. Где подвох, да? Что-то, говорит, не. Как они, да, цепь, да. Как они цепь порвали, я, не, честно говоря, не понимаю. Слушайте, ну у них же сила-то. Ну там они же. Ходит на цепь. Все, говорит, неинтересно. Не рв, не порвал. Не рвется, да. У меня то же самое, блин. Да не, сейчас это порвет нафиг, я боюсь. Сетку-то? Да. Да не. Вот они так крепко содержат за, угу, за шкуру. Мне кажется, что они повредить не могут друг друга, нет? Чисто теоретически. Так держат. Не, ну они-то до агрессии, если то да. Пока играют, то нет. Шкура-то непробиваемая. На самом деле.